Привет, друзья и просто зрители моего канала. Сейчас идет у всех такое предпраздничное настроение. К нам идет, наступает новый 2019 год. Если только вы знали, сколько красивых я вижу на каналах у своих друзей и просто, которые ведут свои каналы, приготовления классных, красивых и, надеюсь, вкусных новогодних блюд. А сколько выпечки, ребята, вы просто не представляете. Хотя, что я такое говорю? Конечно, представляете, потому что тоже смотрите, отсматриваете все. И когда новые рецепты, вам необходимо что-то вот узнать, куда мы идем. Мы идем в родной YouTube, который у меня постоянно, когда я дома, открыт. Я просматриваю эти каналы. И, кстати, хочу поблагодарить канал Баклажан. Я его подписчица, они мои подписчики. Это просто бесподобно. Это энциклопедия. Чтобы не хотел испечь, необходимо бежать бегом к Баклажану на его канал и смотреть вкусные блюда. Еще очень вкусно. Вкусно и просто с Еленой. С Еленой. Она там рыбку засолила вот недавно красную. Просто пальчики оближешь. Еще Аленка зеркальная тоже готовится. Там постоянно какие-то салатики готовит. Личико мажет, салатики готовит. Вообще, короче, весело всем нам. Проходит вот эти вот приготовления к Новому году. У меня канал не кулинарный, но готовить я очень люблю. Думаю, пару видео сниму, как я буду готовить. Тоже, естественно, возьму у своего любимого Баклажана канал новые рецепты. До такой степени идет сейчас тут предновогодняя такая вот гонка. Я вот смотрю, тоже люди даже своим деткам заранее подарки уже дарят, чтобы поднять этот дух. Все мы все равно ждем или Снегурочку, и Деда Мороза, правда? И взрослые, и дети. У нас очень большие ожидания от этого Нового года. Что нас ждет вообще в будущем? Правильно, ребята? Ой, у меня уже получается как поздравление. Это еще полмесяца, рановато. Я елочку еще не покупала, но тоже зажгла уже гирлянды. Думаю, пускай немножечко вот так вот будет весело. Так что, ребята, я хотела немного поднять в этот будний день сегодняшний вам настроение. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. С вами была Нателла.